Друзья, всем привет! У нас сегодня с вами распаковка с Wildberries. Я готовлюсь к дню рождения Милашиному и своему. И вообще покажу, что я забирала. Это посылки я забирала не сразу. Ну, копила, заказывала и наконец-то накопила. Так, покажу вам вот такую бумагу. Я заказала вот эту фирму, очень хорошая, гофрированная для цветов. Я на этом канале делаю цветы, поэтому бумагу заказала и с вами поделюсь ссылкой. Но она 320 рублей, то есть не дешевая. Конечно, не знаю, если покупать где-то подешевле, сколько она стоит такая. Но я купила две, получается, за 640 рублей. Мне как раз нужно еще большой один цветочек сделать. Вот она мне понравится, вот такого розового оттенка. Дальше зонтик я вам в конце покажу. Это давным-давно я его заказывала, просто забыла. Ходила я как-то в магазин и выбирала Милане что-нибудь для купания. И купила не то, купила с 3 лет, оказывается. Поэтому у меня тут есть пинцет, который я сейчас на работе снимаю. Поэтому не нужно пинцет есть, ножницы нет, открываются. И сейчас вам покажу. У нее очень сухая кожа. Даже нам, когда мы у педиатра были последний раз, может, недели две назад, нам педиатр написала даже в документах, что в карточке, что очень сухая кожа у нее. Прям заметила. Я заметила такие, особенно после душа, как у меня пятнышки краснеют. Кожа очень сильно покрывается пятнышками. И она сказала, нам нужно масло. Масло добавлять в воду для купания, потому что вода плохая. Ну, реально, у нас здесь в нашем комплексе вода плохая. И масло для купания я взяла от La Crie. У нее была такая пеночка. У меня для лица была такая пеночка. Перед сном бережно очищает, успокаивает и расслабляет перед сном. И комплекс и состав. Вроде все, больше ничего не написано. Я хочу понюхать. Пахнет очень приятно. Вот так она выглядит. Буду пробовать. На влоговой странице покажу вам, поделюсь, как она. Написано, что очищает, успокаивает, увлажняет и расслабляет малыша. У нас есть из Ашана добавление трав, там идет с водичкой. Вот я когда ее купаю с этими травами, она сразу засыпает потом. В общем, это действенная вещь. Надеюсь, с маслом то же самое будет. Ой, ну заклеено вроде. Миндальное пирожное. Не увидела я соленой карамелью в магазине и решила взять на Wildberries и попробовать. Все вкусы уже пробовала. Я их очень люблю, мне они очень нравятся. Я оставлю их на день рождения как раз себе. Стоили 98 рублей. В принципе, как и везде, но именно хотела попробовать вот этот вкус. Я попробую на другой странице. У меня есть страница, где я пробую всякие вкусняшки, новинки с едой. Поэтому я там тоже это все попробую и покажу вам. Вот такая вот штучка. Теперь зонт. Зонт выглядит вот так, в чехле. Без чехла он прозрачный. Я сейчас открою его и покажу вам, как он выглядит именно в раскрытом виде. У меня здесь есть большое зеркало, я хочу вам раскрыть его, показать. Очень хотела давно этот зонт. Друзья, вот так выглядит. То есть здесь спокойно уместится 2 человека. Я прям с этим зонтом вся укрылась. Удобная ручка. Очень удобная. Был еще в черной окантовке, я взяла белый. С белой ручкой есть еще в черной. Но мне прям он очень понравился. Рекомендую вам. Он прям прозрачный. Ну, для фотосессии, наверное, будет не очень, потому что он такой черный, не белый внутри. А вот именно от дождя он идеально закроет. Рекомендую.